Suzuki V-Strom 650-ка 2018 года. Запускаем. Аккумулятор подсевший. Стоят дуги. Два чемодана. АБС-ка. Площадка под задний гиви-кофр. Пробега 31 400. Два ключа, платные дороги, аккумулятор под замену. Работает ровненько, посторонних шумов никаких нет. Дуги, небольшие царапки на лопухах. Резина, ну, желательно под замену. Передний тормозной диск, минимальная выработка. Хороший остаток колодок, пыльнички под замену. Задний тормозной диск, тоже небольшая выработка есть. Задняя резина, хороший остаток, есть такие микротрещинки. Скорее всего, стоит родная еще 18 года. Резина 20-й год.